Европейские приметы гласят, что в пятницу 13 числа лучше не проявлять никакой жизненной активности, но самое главное, в такие дни категорически не рекомендуется жениться и отправляться в путешествие. Выяснилось, что в Москве довольно много желающих заключить брак именно завтра, в пятницу 13-го. Подробности выясняла Евгения Воскобойникова. Женя. Да, спасибо, Маша. Действительно, сотрудники столичных ЗАГСов утверждают, что в этом году многие молодожены назначили дату регистрации своего брака на ближайшую пятницу 13 января. На завтра подано около 500 заявлений о регистрации. Это обычное количество для зимнего периода в целом, но не для пятницы 13-го. В этом году у молодых не испугала известная такая зловещая репутация этого дня. Даже наоборот, некоторые молодожены специально выбирают нехорошие дни для бракосочетания, и делают они это специально для того, чтобы таким образом доказать свою любовь. Например, поженившись в пятницу 13-го или в мае месяце, пары доказывают, что их союз будет самым крепким, несмотря ни на какие приметы и суеверия. На бытовом же уровне вера в магию чисел уже давно превратилась в фобию. Пятница 13-я много веков подряд внушает многим, на первый взгляд, вполне здравомыслящим гражданам животный ужас. Некоторые даже не выходят из дома в этот день. Страх перед пятницей 13-го называется парасковеди кариофобия, от греческого парасковеди пятница. Для тех, кто не боится никаких чисел, а просто не успел подать заявление в ЗАГС, чтобы зарегистрировать брак завтра, в этом году предоставляется еще одна такая возможность. Ведь этот год, 2012, считается високосным, и пятница 13-я будет не только в январе, но еще и в апреле. Маша. Спасибо, Женя. Евгения Воскобойникова. Через несколько минут.